простую, какой она казалась по старту, когда Нави вели с огромным отрывом где-то 8 раундов, но все-таки победа не пахнет. Перфекта может найти несколько фрагов, сразу минус 3 от Илюхи. Это очень жестко. 3 килла дает Перфект, остается 5-2 Нави. У них в целом сетап был полностью готов. Получилось, они практически ничего не купили. По-моему, 1 по 250 на команду был. Сделать 2 минуса, выбить эмбу. Почему так? Ну, Нави продолжают играть очень активно. Симпл прострелом двоих забирает. Шашлык. Агрессия бита. Прострел. Все-таки Бумыч опасается за сайт, пошел его проверять, но инфа получена. Бумыч должен разворачиваться. Симпл, вот это флик! Получено, Бумыч должен разворачиваться. Нереально, и здесь же... Пока что на курилке, снова вездесущий Симпл. 13-3 его стата в данный момент. ВП пока у рожденных побеждать, это им играет на руку. Нафиг не понимают, какой конкретный момент ждать. Так это еще второе ВП, не поверю. Уважаемые зрители, и универсальный рецепт побед уже нам всем известен. Нужно больше пушить, рашить и драйвить, как это делали Нави. Двумя арборами максимум был и с одним единственным АК-47, который блестяще был раскручен Александром Костылевым. Ну, браво, Симпл, тут нечего даже добавить. И важно, конечно, ты еще подметил. Ну вот, все, плент скрыт, тут только Алекс остается. Есть по нему инфа и жесткий килл от Симпла. И установки бомбы уже, ну, наверное, ничего. Подожди, не контролят? Крим, 5-4, нет! Все, времени нет, Кримзу нужно уходить, 25 хп, как так? Что, в прошлом раунде немного не Перфект, они проверили все позиции на Б, по итогу он выиграл раунд, забрав бумкэри. Что сейчас происходит то же самое. Вот это Кримс, да, вот это ветеран. Гэцы-киты у него есть. Про, как всегда, не фейкуют. Будет ли открываться Перфект или просто нашивать сквозь смок? Панк из Бин Дефьюз, не хватило одного патрона. Циты для Фнатика прямо сейчас. Они показывают нам серию из 7 взятых раундов подряд в обороне. То, чего и самим Нави в первой половине не удавалось. Вот это Нати. Фнатик не будет, пытается Кримс подобрать. Хотя времени нормально. Но... Китов нет. Ай, да, китов нет. Симпл пытается... Звездю! А время-то есть? Подожди, тут... Не, по-моему, не хватит времени, как-то уж слишком быстро эта красная полоса... Или все-таки Кримс выигрывает раунд 14 для Фнатик! Ведь, как мы и подметили, Алекс отыгрывает один. Бролом вливается в коннектор, сейчас найдет две спины. Одного забирает, второго также дотапал. Как его сюда пропустили, я не знаю. Сейчас подставляется бит под курилку. Это диглы, которые работают. Вот это да, шведы! Внимание на этом раунде к двум авикам пришли. Фнатик, по-моему, впервые от двух команд в обороне мы видим этот момент. О, попадание от Мизи. Странно, что не помер вообще. Скорее всего, он... Ну, ему попали по шапке. Бывает полностью Фнатик на этих допах. Не только индивидуально, но и командно тоже. Вопрос у меня один, Мизи, как ты выжил? С таким-то фликом. Ну, во-первых, как попасть, ну, это в целом их концепт. Я редко такие ситуации замечаю, чтобы это может быть прям подготовка. Вот разве что я говорю, ой, сейчас что может быть-то? Эхо Ешкина под сад, усипнул 9, да, или 19. Ой-ой-ой, сложно. Делает первый килл по биту, теперь есть инфа, Симпл остается 1-1, но бомба-то не на Кримза. И у Симпла хорошая ситуация, чтобы брать раунд. Кримзу надо будет топать. Побежит. А Симпл выходит и дает ноузум по Кримзу в полете. Как вам такой подарок? Ход через зигзаг, электроник в упорной позиции, флешка не работает. По этому аспекту по-прежнему беда. Абсолютно. Команды Фнатик, их светошумовые работают, дай бог, наполовину. Минус 2 от Перфекта на монстре. 20. Идет в спину. Да. Какой шикарный. Хорош, Валера. Вот это да. Спину, да? Респект. И тут Фнатик начинает.